Доброе утро! 10 часов почти, но мы проснулись в 9. Еще валялись. Какие клевые шарики, представляете? Они еще не сдулись. Обычно на второй день они уже вот где-то вот в таком положении, да? Ближе к полу. А тут, в общем, здорово. Такие, получается, плотные. Подожди, я с тобой. Будет круто. Да? Мама, у меня пути. Погода полетел? Давай. Вверх? Да. Круто. Круто, да? Да. Он что, полетит? Ну, я не знаю, еще пока летит. Он что, полетит? Ну, да он уже далеко, он уже перелетел. Где он? Не, еще летит, а там только за деревом уже его не видно. Он же далеко улетел. Понимаешь? Мама, Галю. Играть можно. Я уже тут все убираю. Буду этот использовать ковшинчик. Посмотрите, какой мне клевый подарили. Для воды сюда буду чистую воду отфильтрованную наливать. Прям для хуторянки. Все поспали. Уже 4 часа. Сейчас Антоху повезу на танцы. Несмотря на то, что выходной, танцы будут. Я думала, я просто глаза закрыл, то и все. Да? Все, мы все на танцы. Конька тоже привел Антоху. Так, ты переобуйся только, сынуль. А чешки? Какие красивые черные чешки. Да. Мама, смотри, он налегает. Сам. Зая, не выпьет он всю воду, но у него вся в животик не поместится. Все, мы домой приехали. Все, вы на улице? Фаня любит катать вот такое колесико. Для работы, да? Да. Так потому что его неправильно держат. Вниз надо вот это и вот так, да. А зачем? Ну и тогда ты подрезаешь траву этой штукой, понимаешь? Режешь? Ну и здесь нет, на рыхлой земле. Гриша, вот есть ведро. Ты работаешь? Ищут червей мальчики. Мы еще не сдались. Ну что, нету? Нет, это мокрое. Значит, должны быть, да? Ну, может. Но это не точно. Гляньте, какой тут куст сирени у соседей. Белый. Прям белая невеста. Все, мы едем домой с Антохой. Ну, ты... Мы пришли с Афонькой на рыбалку. Рыба там плавает. А, это ветка. Это вечером он всегда красивый. Да? Так, сядь только, садись, хорошо? Садись. Афоня, отойди от крючка и садись. Рыбу ловить? Ну, сейчас будем ловить. Да вон он, я его вижу. Маленькие. Красненькие, да? Вот лазит, видишь, здесь. Фоня уже на велике пришел кататься. Трудно?
Ну, едь туда. Только недалеко, хорошо, на этой улице, ладно? Если что-то не получается, значит, катишь велосипедик обратно, ладно? Ага. Так, я тут пытаюсь сорвать траву, но земля, конечно, очень и очень сухая. А Фонька тут ездит. Бабочка, да. Белая. Угу. Ты тоже помнишь, да? Белый. Там? Да, белого бабочка. На работу? Да. Пока. Афонь, если ты будешь прыгать, ты ж можешь удариться, или ты не боишься? Вижу. А кто ноги намочил? Я все вижу. Угу, ну и как это? Да ты что, большого? Да. Показывайте рыбу. Это твои? Нет, это Гриша все поймал. Я не возьму. Я одного поймал, тут Гриша. Ага, так что, надо жарить? И он карась. Нет, он не скользнется. Он скользкий, давай. Какой здоровый. Еще вот этого поймали. Угу, так можно пожарить, да? Нет, засолить. Все засолить? Все солим. Ну пошлите солить. Здесь вот как он засыпет. Угу. Нет, так я смотрю, опа, удочка пойла. Я думаю, ой, маленький сейчас. Давай, неси вот это. Да стою прям, как тянет. Давайте тогда умываться, мыть руки. Уже ж надо собраться скоро ж на карате. Да там сэмпай похвастает. Спасибо. Какое ты загадал? И как ты сейчас сюда? Ну что, сейчас вылетит разве? Нет. Иди сюда, вот тут выпускай, иди к маме. Хорошо, все, едем, солнышко, едем. Все? Давай. Выпустили? Можно ехать за мальчиками?